Здравствуйте и добро пожаловать на церемонию вручения премии «Глобальная энергия». Почему мы начинаем с берега моря? Смотрите, достоинство нашей премии в том, что она международная, она про науку, у нее нет никаких ограничений. Вызов? Ну вот море, много воды, много ветра. Но, как показали последние события, все-таки много более надежный источник энергии – это то, что спрятано в недрах. И вот теперь, наверное, главный вопрос. А как сделать жизнь на планете лучше? Вот про это наша премия «Глобальная энергия». Так могут ли различные технологии существовать вместе? Как долго будет длиться и куда приведет нас глобальный энергопереход? И достижим ли идеальный энергетический баланс? В поисках ответа на эти вопросы глобальная энергия обращается к опыту теоретиков и практиков в Европе и Азии, Африке, Северной и Южной Америке. Наши дискуссионные площадки – это место для открытого и уважительного диалога. Наши разговоры с учеными – это эксклюзивные взгляды на проблематику энергии будущего. Наши доклады «10 прорывных идей в энергетике на следующие 10 лет» обозначают перспективные векторы развития для государств и энергетических компаний в соответствии с целями устойчивого развития ООН. Вся эта работа была бы невозможной без поддержки членов глобальной энергии, компаний «Газпром», «Россети ФСК ЕС» и «Сургутнефтегаз». Они же обеспечивают ежегодный солидный призовой фонд глобальной энергии, чтобы наградить лучших из тех, кто понимает энергетику прошлого, видит энергетику настоящего и предсказывает энергетику будущего. Ощутимый толчок не только разговорам, но и активным действиям по переходу к новому энергобалансу дала пандемия коронавируса. Несмотря на сложности, лауреаты этих непростых 2020 и 2021 годов выбраны своевременно, и прямо сейчас наступает время вручить им заслуженную премию «Глобальная энергия». Добрый вечер, дорогие друзья. Те из вас, кто из России, поняли, что начинали мы на берегах Балтики, но сейчас уже из Москвы. Добрый вечер и добро пожаловать на церемонию вручения премии «Глобальная энергия». Добрый вечер. Эту церемонию проведет для вас Сергей Брилев, который вот уже почти 2 года возглавляет Ассоциацию «Глобальная энергия». И моя коллега по телевидению, ведущая телеканала «Россия-24» Дарья Козлова. Ну и перед тем, как приступить, собственно, к награждению, я предлагаю кратко взглянуть на статистику работы Ассоциации за последнее время и посмотреть, каких результатов удалось достичь. Ну, давайте сильно взглянем на экран. Вот результаты нашей деятельности за последние 1,5 года. Как вы видите, все цифры увеличились в 3 раза. Но, в частности, если было 12 стран-участниц, то стало 36. Если 2 года назад было 39 номинационных представлений, то их стало уже 106. Ну и традиционно много участников из Западной Европы, из Северной Америки, также Китая, Японии, конечно, Россия, но в этом году также к ним присоединились участники из Ближнего Востока, Латинской Америки, Восточной Европы и Африки. Ну, иными словами, мы распространили знания о глобальной энергии и участие в нашем номинационном процессе на те страны, где хотят тоже принимать свои решения. Но и также из столиц мы пошли в российские регионы. Вот, в частности, сейчас мы увидим, как проходила церемония в Калуге. Это музей космонавтики в Калуге, где, решив уйти из столичных, скучных конференц-залов, мы провели церемонию объявления лауреатов прошлого года. И получилось, кажется, достаточно интересно. Ну, а уже в этом году? В этом году церемония проходила в ратуше города Казани. В ней, как вы можете видеть, принимал участие глава республики Рустам Миниханов, а также ученые из Международного комитета премии Марта Бонифирт и Дмитрий Бессарабов. В следующем году в освещении этих мероприятий принимают участие теперь не только мировые медиа, хотя мы здорово расширили соответствующий круг, но и мощные региональные средства массовой информации, будь то в российских регионах или в регионах мира. Что касается России, торжественно обещаем, что практику мы продолжим. В следующем году такая церемония запланирована, объявление в Ханты-Мансийске. Но мы рады объявить, что в этом году, несмотря на пандемию, все сложности и ограничения, 4 из 6 лауреатов смогли приехать в Москву. Они принимают участие в мероприятиях Российской энергетической недели и, конечно, присутствуют сейчас здесь, в этом зале. Согласно положению о премии, от имени и по поручению президента Российской Федерации ее вручает вице-премьер правительства России Александр Новак. Александр Валентинович, просим вас подняться на сцену, подойти к Петру. Ну, мы 1,5 года ждали, чтобы наконец-то провести церемонию, несмотря на пандемию, уж тем более можем подождать сейчас. Добрый вечер. Добрый Александр вечер. Валентинович, вам слово.
Да. Добрый вечер, уважаемые друзья, уважаемые лауреаты, дамы и господа. Рад приветствовать всех на церемонии вручения Международной энергетической премии «Глобальная энергия». Почти 20 лет назад решение о создании премии принял лично президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Основная цель глобальной энергии – это развитие науки и поддержка ученых, открытия которых способствуют повышению эффективности и экологической безопасности источников энергии на Земле. Учреждение премии во многом было ответом на запрос времени. В начале столетия мировое сообщество все больше начинали беспокоить вопросы энергетической стабильности и климатической безопасности планеты. Сегодня мы видим активизацию климатической повестки, стремление стран к энергопереходу и минимизации негативного влияния промышленности на экологию. Как сегодня уже на пленарной сессии сказал президент Российской Федерации, Россия также включилась в борьбу с изменением климата. И значительную роль в этом процессе должны сыграть отрасли топливно-энергетического комплекса. Уверен, что наука как раз та сфера, которая беспристрастно, конструктивно и эффективно будет содействовать задаче декарбонизации мировой экономики и энергетики. В этой связи глобальная энергия приобретает с каждым годом все большее значение. Расширяется количество и география участников, о чем только что сказали ведущие и было представлено на экране. Сегодня премия входит в топ-100 самых престижных и значимых международных наград. С 2003 года лауреатами глобальной энергии стали 45 ученых из 15 стран. И среди них такие выдающиеся имена, как Михаэль Грейцель и Мартин Грин, которые сделали энергию Солнца более доступной для человечества. Это Халил Амин, который получил эту премию и научил энергию лучше сохранять. Или Джаян Балига, чьи труды вывели управление электричеством на совершенно иной уровень. Сегодня мы также работаем над имиджем премии, ее визуальным позиционированием. Многие, наверное, уже заметили, что новый логотип глобальной энергии напоминает знак бесконечности. Надеюсь, что это станет символом долгой и успешной истории премии глобальной энергии. Отдельного внимания заслуживает ежегодный доклад Ассоциации о технологиях будущего в энергетике, где собраны стратегические тенденции и предложения по сохранению энергетической безопасности планеты. Я благодарю президента Ассоциации Сергея Брилева за эту правильную и своевременную работу и за то, что он, возглавив эту премию, сегодня практически вдохнул новую жизнь в это хорошее дело. Уважаемые коллеги, сегодня от развития энергетики и прежде всего ее научной составляющей во многом зависит будущее нашей цивилизации. Я рад, что глобальная энергия вносит важный вклад в общее дело, способствует гармоничному и технологичному развитию мировой энергетики. Поздравляю с заслуженной победой лауреатов премии, желаю вам новых прорывных открытий. И давайте приступим. Спасибо за внимание. Спасибо, Александр Валентинович. Давайте уже, правда, приступим. Чего томить. Итак, начнем с лауреатов прошлого года. И первый лауреат Николаус Хатсаргирио из Греции. Для начала предлагаю посмотреть небольшой клип о вкладе господина Хатсаргирио в развитие глобальной энергетики. Номинация «Новые способы применения энергии». Николаус Хатсаргирио, Греция. За вклад в стабилизацию работы и разработку умных электросетей, а также микросетей с использованием искусственного интеллекта. Профессор Хатсаргирио стал одним из пионеров внедрения этих технологий в массовое производство и использование. Вас подняться на сцену, уважаемый наш лауреат. Waiting for you here. Хатсаргирио.
господин Хацаргирио, как рассказал нам до церемонии, уже пятый раз приезжает в Москву, но, насколько я понимаю, первый раз на вручение премии. Couple of words, maybe. Может быть, несколько слов? Deeply appreciate Я Energy Global Association высоко ценю Ассоциацию Глобальная Энергия за вручение этой премии мне. Для меня это огромная честь. Very much for giving me the opportunity Позвольте поблагодарить to be present вас today за возможность in this, присутствовать сегодня здесь award laureate, на церемонии вручения премии в восхитительной Москве. Как вам известно, энергия, энергетика сейчас крайне важна для цивилизации. Это важнейший компонент многих видов человеческой деятельности. И вместе с тем, нам необходимо признать, что способы создания, генерации энергии, ее передачи, хранения должны укладываться в принципы сохранения окружающей среды. Они имеют значительное воздействие на изменение климата. И нам необходимо помнить о том, что энергетика играет ключевую роль в нашей экономике с точки зрения безопасности, надежности поставок. И нам необходимо все это принимать во внимание различные источники энергии, делать это на комплексной основе, делать это так, чтобы удовлетворить в сбалансированной манере потребности в электроэнергии. При соблюдении основных принципов защиты окружающей среды, развития экономики и обеспечения надежности поставок. В этом же контексте нам необходимо рассматривать возможность создания децентрализованных сетей, малых производственных мощностей, более независимых потребителей. Необходимо также подумать об умных способах контролирования электросетей. Это все компоненты, которые являются частями пазла, которые являются решением этой проблемы. И мне очень приятно, что мои разработки были отмечены в рамках этой Эта премия является как раз признанием важности децентрализованных сетей, в частности, микросетей. И позвольте еще раз поблагодарить вас за вручение. Несмотря на то, что мы ждали полтора года российской энергетической недели, мы все помним, каким драматизмом обладал график последних месяцев и недель. Поэтому два лауреата прошлогодних до нас все-таки не добрались, но по весьма уважительным причинам, о которых чуть позже. Сейчас все-таки давайте их назовем. Внимание на экран про одного из них. Номинация «Нетрадиционная энергетика». Пэйдун Ян, США. За изобретение солнечных панелей на основе наночастиц и разработки в сфере искусственного фотосинтеза. Технологии профессора Яна способствуют эффективной переработке углекислого газа и солнечной энергии в ценные химические соединения, которые могут быть использованы при создании биоразлагаемого пластика, лекарств и жидкого биотоплива. Как было уже упомянуто, Ассоциация Глобальной Энергии выступает не только оператором премии, но и прежде всего в интересах наших учредителей, организатором различных мероприятий, в том числе все чаще и чаще как медиаплощадка для полноценных научных дискуссий. Ну и все это стало возможно, конечно, благодаря работе и поддержке членов ассоциации. Еще раз назовем их. Это ПАО «Газпром», ПАО «Россети ФСК ЕС» и ПАО «Сургутнефтегаз». И прямо сейчас приглашаем на сцену генерального директора и председателя правления ПАО «Россети» Андрея Рюмина. Андрей Валерьевич, ждем вас на сцене. Ну а пока Андрей Валерьевич поднимается на сцену, отмечу, что Россети много лет поддерживают премию «Глобальная энергия» как одна из крупнейших электросетевых компаний в мире. Россети напрямую заинтересованы в передовых технологических разработках, отвечающих на запросы современной электроэнергетики. Андрей Валерьевич, пожалуйста. Уважаемый Александр Валентинович, уважаемые коллеги, уважаемые лауреаты премии «Глобальная энергия», благодарю за, в первую очередь хотел поблагодарить за приглашение принять участие в церемонии. Для компании «Россети» премия «Глобальная энергия» важна в первую очередь с точки зрения поиска перспективных направлений деятельности, поиска прорывных решений, прорывных технологий
И я очень рад, что пандемия не помешала последнему номинационному циклу. И опять же, хочу еще раз сказать, что эта заявочная кампания, как уже было сказано ранее, стала рекордной по числу соискателей и стран-участников. Исследования, которые отмечены наградами глобальной энергии, близки к деятельности компании и уже применяются в нашей работе. Например, исследования в области высокотемпературной сверхпроизводимости мы используем и в Санкт-Петербурге. Сейчас мы строим, не побоюсь этого слова, самую протяженную линию в мире с использованием высокотемпературной сверхпроизводимости. Она должна повысить надежность электроснабжения практически 500 000 жителей северной столицы. Также исследования в области накопления электроэнергии – это важнейший элемент электроснабжения критической инфраструктуры и социальных объектов. Он также востребован в энергосистемах с высокой долей виагенерации, и Россети уже реализовали ряд пилотных проектов по использованию накопителей электроэнергии для медицинских учреждений, котельных, других социальных и других объектов. В конце хотелось бы сказать, что Россети, безусловно, продолжат поддержку Ассоциации «Глобальная энергия», и мы надеемся, что благодаря исследованиям ведущих ученых в энергетике мы всегда можем понять, на каком этапе развития находится компания в текущий момент времени и какие шаги нам необходимо предпринять, чтобы быть самой современной электросетевой компанией в мире. Спасибо большое. Спасибо большое, Андрей Валерьевич. На этот счет был генеральный директор, председатель правления ПАО «Россети» Андрей Валерьевич Рюмин. Спасибо вам. Прошу вас занять место в зале. Еще один лауреат прошлого года, который до нас не добрался, уж совсем по уважительным причинам, в силу своего почтенного возраста, это человек-легенда Карло Руби. Ну, давайте сначала внимание на экран, в чем же состояли его заслуги. Номинация «Традиционная энергетика». Карло Руби, Италия. За вклад в энергетику и устойчивое развитие всего мира. Профессор Руби стал автором новых решений в области ликвидации радиоактивных отходов и ядерного синтеза. Работает над продвижением пиролиза природного газа как средство включения углеводородов в циклическую экономику. Поддерживает переход к декарбонизированному обществу. На самом деле в этом зале эти слова могут быть и лишними, но все-таки напомню для тех, кто смотрит нашу трансляцию по телевидению, Карло Руби – это Нобелевский лауреат. Это пожизненный сенатор Италии, и, что очень важно, это многолетний руководитель центра ЦЕРН. Да, и наградной комплект мы, естественно, доставим ему лично. Мне кажется, еще важно отметить, что Карло Руби решил щедро распорядиться денежным призом, который полагался ему вместе с премией «Глобальной энергии». И деньги будут направлены на создание фонда по поддержке разработок молодых ученых в России. Фонд получил название «Энергия поколений». Нам кажется, это действительно заслуживает аплодисментов. Ну а теперь номинанты этого 2021 года. И кто-то из вас, наверное, видел, как в начале сентября этого года мой соведущий, будучи модератором пленарной сессии Восточного экономического форума, тогда позволил себе небольшое отступление и заранее рассекретил имя одного из лауреатов, так сказать, испортил интригу, но что поделать. Ну, было такое. Надеюсь, что уважаемые члены нашей ассоциации все-таки меня простят, учитывая, кто в тот момент был моим собеседником. Ну а также учитывая действительно очень важную вещь для нас. Дело в том, что вот после паузы соответствующей, которая была в работе «Глобальной энергии», после тех усилий, которые предпринял новый менеджмент, нам удалось, во-первых, вновь заполнить номинацию «Традиционная энергетика», которая оставалась вакантной, но, во-вторых, сделать так, что лауреатом этого года, то есть мы-то это не делали, я сейчас объясню, что было, что лауреатом этого года стал россиянин. Ну, давайте, наверное, послушаем короткий отрывок про то, как это было, когда я объявлял его имя. Смотрите, сейчас мне может немножко достаться от учредителей «Глобальной энергии». Они все здесь. ФСК, Россети, «Газпром», «Сургутнефтегаз» не вижу, но, наверное, здесь. «Росгидро» стал таким партнером в этом году. На следующей неделе будет объявление лауреатов. И мы за этот год утроили количество кандидатур, кандидатов, которые приходят. Было 12 стран, стало 36, было 39, стало 106 номинационных представлений. Вот когда это дело расширили, возникла возможность посмотреть на то, что шире происходит, какие есть тенденции, какие есть мысли. И вот, хотя объявление лауреатов состоится только на следующей неделе в Казани, я вот сейчас все-таки рискну и назову вам человека, который победил в номинации «Традиционная энергетика». Это Зинфер Исмагилов, россиянин, кстати, тоже впервые за многие годы россиянин, который вообще занимается темой угля.
Сейчас предлагаю послушать небольшой клип, посмотреть о вкладе Зинфера Исмагилова в развитие глобальной энергетики. Номинация «Традиционная энергетика». Зинфер Исмагилов. Россия. За вклад в химию углеродных материалов, гетерогенный катализ и борьбу с изменением климата. Разработки профессора Исмагилова позволяют эффективно очищать моторные топлива, безопасно утилизировать ядерные отходы и использовать уголь в качестве источника энергии, не нанося вред окружающей среде. Томить больше невозможно. Зинфер Исмагилов, просим вас подняться на сцену. Пожалуйста. Скажу несколько слов. Конечно, вам слово. Глубоко уважаемый Александр Валентинович, глубоко уважаемый Сергей Борисович, уважаемые члены Международного комитета глобальной энергии, коллеги, дамы и господа. Для меня большая честь стать лауреатом премии «Глобальная энергия», одной из самых престижных международных научных премий. Мы благодарим Международный комитет и гордимся тем, что эта премия присуждена за многолетние результаты, которые получили особое внимание последние годы в свете перехода на низкоуглеродную энергетику. В итоге полувека работы с коллегами из Новосибирского института катализа и Кемеровского федерального центра угля и углехимии Сибирское отделение по тематике номинации мы подготовили более 1000 публикаций, получили около 200 патентов, защитили более 30 кандидатских и докторских диссертаций. Наше исследование включает синтез и свойства наноуглеродных материалов для получения и хранения энергии, механизм беспламенного окисления и сжигания водорода и топлив, камеры газовой турбины с наноразмерным катализатором с низкими выбросами СО и оксидов азота, линейка каталитических аппаратов для генерации энергии, сжигания вредных веществ, отходов и очистки дымовых газов. Глубокие фундаментальные исследования мы доводим до патентования и промышленных технологий в кооперации с российскими международными партнерами. Сегодня только одной установки российского предприятия за 10 лет очищено более 1 миллиарда кубометров топливного газа по нашей технологии, предотвращен выброс 6 тысяч тонн серной кислоты в атмосферу и дополнительно добыто 70 миллионов тонн нефти. И сегодня эта технология победила в крупном международном тендере и принята в строительстве нового завода. Второй пример – это совместный с одной из известных международных компаний новый процесс системы очистки топлив от соединения серой, сегодня запатентован в 20 странах. Мы глобально сотрудничали со многими странами. Это институты Китайской академии наук, ИСИН, Нидерланды, Неодежатис, Япония, ИМРС и 7-й рамочной программы Европейского Союза, СНРС Франция, БНФЛ Британия, КАИС, КОЗЭФ Корея и, конечно, национальные лаборатории США Ливермор и Батель. И многие другие компании, агентства, университеты. Мы работаем сегодня в Кузбассе, в основном угольном регионе России, продолжаем исследования по проблемам экологии угольной генерации, производства углеродных материалов и водорода из угля, утилизации шахтного метана и углекислого газа в ценные химические продукты. И успех у нас будет. Еще раз хочу выразить благодарность учредителям премии «Глобальная энергия» и ее экспертному совету за столь высокую оценку наших исследований. Спасибо за внимание. Спасибо вам большое. Мы очень рады, что наш соотечественник в очередной раз стал лауреатом. Но ведь самодвижение невозможно. Нужно, чтобы тебя кто-то выдвинул. Нужно пройти через сито технической экспертизы, а потом через сито Международного комитета, где россияне не в каком-нибудь большинстве. 5 россиян и 15 иностранцев. Так что это большое дело. Ну вот Международный комитет как пик всего этого дела. Ну и совсем скоро начинается новый номинационный цикл, так что участвуйте, следите за анонсами и поддерживайте ваших коллег-ученых. Ну а уже 3 декабря мы представим дополнительный доклад этого года. Это будет доклад, который мы готовим совместно с Евразийским банком развития о том, что можно сделать вот именно что в нашей части света. Ну а прямо сейчас наш следующий иностранный лауреат этого года, он тоже из Соединенных Штатов Америки, зовут его И Цуй. Посмотрим про него тоже короткий клип.
Номинация «Новые способы применения энергии» и ЦУЙ США за вклад в разработку, синтез и характеристику наноматериалов для энергетики и окружающей среды, в особенности трансформационные инновации в области науки о батареях. Можно сказать, что профессор ЦУЙ переизобрел литий-ионные аккумуляторы, увеличив эффективность их анодов и катодов в 10 раз. Пожалуйста, господин ЦУЙ, поднимайтесь на сцену. Мистер ЦУЙ, мы ждем вас. Пожалуйста, поднимайтесь на сцену. We're waiting for you on the scene. Мы ждем вас. Пожалуйста, поднимайтесь на сцену. Для меня сегодня действительно особенный день. Большое спасибо. Благодарю Ассоциацию «Глобальная энергия» за номинацию и за эту награду. Конечно, я благодарю Номинационный комитет, Экспертный комитет за оказанную честь. Для меня очень важно это признание. Важно признание того факта, что необходимо вырабатывать решения по хранению энергии. Как вы знаете, электромобили требуют решений по хранению электроэнергии. Энергии, мощнейших батарей. То же касается и солнечной, и ветряной генерации. Это все способы перехода к зеленой энергетике. Они невозможны без решения по хранению и аккумуляции энергии. Последние 15 лет я как раз работал над технологией создания батарей для того, чтобы такого рода решения были возможны. Прежде всего, мы это использовали с помощью нанотехнологий. Сейчас это для меня большая честь. И, конечно, я хочу поблагодарить всех моих учителей. Я хочу поблагодарить моего учителя и моего советника по университету. Я также, конечно, хотел бы поблагодарить всех своих наставников и менторов. Это профессор Стив Чу, Альма Джанда. Last but not least, и других, а также последний по порядку, но не по значению, конечно, хочу поблагодарить свою семью. И моя жена сегодня в зале, она сидит рядом со мной и всегда оказывает мне необходимую поддержку. Большое ей за это спасибо. И, конечно, я хочу поблагодарить всех вас за то, что вы работали и работаете так усердно, чтобы вместе мы перешли к новой энергетике. Мы должны двигаться шаг за шагом, чтобы сделать это эффективно. И, конечно, мы видели предыдущих лауреатов, которые также делают свой вклад на то, чтобы создать безуглеродную энергетику, чтобы сделать декарбонизацию реальностью. Большое спасибо. Спасибо большое, господин ЦУЙ. Пожалуйста, присаживайтесь. Я напомню, что в этом году партнерами глобальной энергии стали компании «Русгидро» и «СУЭК». Ну и надеемся, что со временем они не станут только партнерами, хотя у нас уже очень неплохие с ними совместные программы, но и полноценными членами нашей ассоциации. Ну а для значительного награждения этого вечера я прошу вывести на экран ролик про нашего следующего лауреата. Это Сулейман Алахвердиев, тоже из Российской Федерации. Номинация «Нетрадиционная энергетика». Сулейман Алахвердиев, Россия. За вклад в развитие альтернативной энергетики, научные достижения в области проектирования систем искусственного фотосинтеза, цикл научных работ в области биоэнергетики и водородной энергетики. Результаты ряда исследований профессора Алахвердиева были внесены во все учебники по физико-химической биологии в мире. Господин Алахвердиев. Просим вас подняться. Уважаемые участники торжественной церемонии, для меня большая честь присутствовать сегодня здесь и получить премию в номинации «Нетрадиционная энергетика». Я очень признателен организаторам премии, а также экспертам. Более 40 лет я работаю, изучаю структуру, функцию, кинетики, энергетики природного фотосинтеза. Хочу напомнить, что практически все традиционные источники энергии – это уголь, нефть, газ – все они
а также кислород, благодаря которому мы живем, благодаря которому существует жизнь на планете, это продукты фотосинтеза. При оксигенном фотосинтезе в фотосистеме 2 за счет солнечной энергии происходит расщепление воды до молекулярного кислорода, которым мы дышим, живем, а также на электрон и протон. Вот именно эти электроны и протоны, те компоненты, которые мы можем восстанавливать протоны и получить молекулярный водород. Поэтому считаю, что разумным решением энергетической проблемы должна стать разработка природоподобных искусственных систем на основе уникального природного фотосистемы 2 для генерации молекулярного водорода. В моей лаборатории нам удалось создать несколько прототипов таких устройств. Уверен, за этим будущее. И, конечно, хочу поблагодарить администрацию и коллектив Института физиологии растений Академии наук, а также отечественных и зарубежных коллег, с которыми мне выпало счастье работать. Спасибо. Спасибо огромное. Спасибо вам большое. Поздравляем. Дорогие друзья, на этом почти все. Спасибо Александру Валентиновичу, спасибо нашим гостям, спасибо членам нашей ассоциации, спасибо зрителям этой церемонии. Следите за новостями «Глобальной энергии», участвуйте в мероприятиях Росконгресса. Всего доброго и до встречи!